Всем привет! Вы на канале Топ Армия. Россия создала новейший лазерный комплекс «Пересвет», который уже начал эксплуатироваться российскими военными. Этот комплекс – оружие нового поколения, которое может применяться как в воздушном, так и наземном бою. Давайте подробнее рассмотрим, как работает этот уникальный лазерный комплекс. Большинство информации о лазерном комплексе «Пересвет» является засекреченной. Однако, по мнению ряда экспертов, он может использоваться как для противовоздушной, так и для противоракетной обороны. В частности, боевой лазер «Пересвет» может быть применен для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Однако, его эффективность напрямую зависит от погодных условий. При благоприятных погодных условиях он работает идеально. Но в условиях тумана, дождя или снега могут быть проблемы. Кроме того, из-за большого потребления электроэнергии лазерную установку нельзя использовать как переносной инструмент. Но в будущем она может обеспечивать защиту военных баз и других объектов от атак беспилотных летательных аппаратов. Основной принцип работы «Пересвета» заключается в засвечивании лазерным лучом разведывательных систем, включая разведывательные спутники. Кроме того, он может использоваться для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет. На текущий момент ведутся работы по увеличению компактности и мобильности комплекса, которые включают в себя лазерную установку и машины обеспечения с источниками электроэнергии. В общем, лазерный комплекс «Пересвет» позволяет поражать вражескую технику и оптику на расстоянии до нескольких километров в течение нескольких секунд. Он может уничтожать различную технику, включая беспилотные летательные аппараты, танки и многое другое. Новейший лазерный комплекс уже прошел испытания и успешно проявил себя в ходе боевых действий в Сирии. Российские военные добились больших успехов в создании и развитии лазерных технологий. Лазерный комплекс «Пересвет» — это не только новое слово в области военных технологий, но и важный этап в развитии науки и технологий в России. В целом, лазерный комплекс «Пересвет» является доказательством того, что Россия продолжает развивать инновационное вооружение и защищать свои интересы в области обороны. Однако точной информации о его способностях мы не имеем из-за секретности проекта. В будущем, возможно, лазерные установки станут неотъемлемой частью военной обороны во многих странах мира. А что думают зрители канала Топ Армия по этому поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а на этом выпуске от канала Топ Армия не заканчивается, и чтобы не пропустить следующий выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!